На Верхней набережной продолжают менять секции ограждения. Сейчас бригады работают в районе Ковчега. Параллельно сотрудники ремстроя освежают бордюры и парапеты. Уже покрашено около 600 квадратных метров бордюрного камня на Верхней и Нижней набережной. Обновили скамейки и урны во всех парках и скверах, а также на центральных улицах. На Симферопольском шоссе продолжается строительство парка военной техники. Здесь уже залита бетоном площадка под постаменты, всего их будет 8. Здесь же приводят в порядок остановочный павильон и мемориальный комплекс. Ведутся также покрасочные работы по пешеходным переходам. На сегодняшний день мы уже дошли до поселка Витязева. У «Жемчужины» наша машина. Мы заканчиваем сегодня там полностью. Весь город уже практически готов к проведению шествования первомайской колонны. Сегодня заканчиваем работы по покраске ограждения городского кладбища на Верхней набережной. Это в пределах у нас 3000 квадратных метров. Сегодня работы будут закончены к вечеру. Особое внимание и наведению санитарного порядка. Работники ЖКХ моют плитку, очищают газоны, приводят порядок фонтаны. Большинство из них уже запущены. К 9 мая отремонтировали памятники в городе и сельских округах. К этой работе активно подключились жители и трудовые коллективы. Администрация города призывает всех иннопчан не оставаться равнодушными и навести порядок на прилегающих домам и коммерческим объектам территориях. Скосить траву, убрать мусор, оформить клумбы.